Я не согласен с этой позицией. Так, теперь, если вы позволите, мы тут друг с другом все не согласны, давайте мы не будем друг друга комментировать, внимательно выслушаем. Первое, по поводу уважаемой нашей ведущей, ну, я не слышал яростных каких-то аргументов против, только началось обсуждение в обществе, оно идет очень, на мой взгляд, в русле корректности. Я надеюсь, что дальше мы не только блистать своим образованием будем, но и воспитанностью. Поэтому думаю, что тут никакой ярости в наших взаимоотношениях не было. По поводу присутствующих, может быть, обидела, я извиняюсь. Не обидели, но сама форма может быть, чуть-чуть. Да, но я помню здесь яростные дебаты по многим вопросам, помню, но по этому вопросу точно не было. Теперь дальше, что хотелось бы мне сказать. Ну, я вот с огромным уважением к нашим оппонентам отношусь и понимаю, что ихняя подача материала, ихняя форма видения материала, она идеализирована, на мой взгляд. То есть они вкладывают как патриоты, как сыны Абхазии туда свои лучшие побуждения, свое хорошее видение ситуации. Но это не значит, что эта ситуация не грозит какими-то для нас тяжелыми последствиями. Вот здесь о конвенции говорили. Вообще она называется Нью-Йоркская конвенция, 58 года принята, а в 59 году она вступила в действие. Согласно этой конвенции, вот здесь черным по белому написано, что мы чуть ли не признаем ее, хотя не можем быть, совершенно правильно Адгур сказал, участниками и подписантами этого документа, да, согласно этой конвенции, по арбитражным судебным решениям и так далее, да, если завтра мы такую возможность представим, все грузинское имущество на территории Абхазии будет или возвращено грузинским беженцам, так называемым, или мы будем вынуждены выплачивать компенсации. Отрицать этого невозможно. Это первое. Второе. Вот здесь говорили о широком круге вопросов, об огромном труде, проработанном по материалам. Я уверен, что абхазская сторона и работала, и старалась. И вот нам представили документ, в котором сказано, что выполняются только изначально позиции российской стороны. Но мы с детства знаем, что надо требовать большего, чтобы добиться нужного результата. Это, во-первых, неуважение. Огромная страна, Российская Федерация, по отношению к Абхазии всегда проявляла дружелюбные отношения, помогала в развитии, финансировала многие проекты, но при этом иногда у меня возникает впечатление, что вот не мытьем, так катанием. Документ этот не раз поступал, и аналогичные документы руководству нашей страны поступали и бывшим министрам, и всегда находились аргументы, связанные с тем, что этот документ принимать нельзя. Вот здесь вот круг вопросов. Я хочу обратить ваше внимание на сам документ. Вот его объем. 3-4, это крупным шрифтом напечатанных листа, из которых всего 11 статей. 1, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 фактически не несут никакой смысловой нагрузки. Нагрузка смысловая – это статья 2, статья 3 и статья 4. Основание отказа в признании и принудительном исполнении решения – статья 5. На мой взгляд, этот объем ничтожно мал для того, чтобы обхватить соответствующие вопросы. Тем более, что здесь сказано, что мы в статье 5 читаем, стороны взаимно признают и приводят в исполнение вступившие в законную силу решения судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. За исключением административных и иных публичных правоотношений, которые складываются между физическими лицами, там, организациями, это все касается судебных тяжб с муниципалитетами, с нарушением выборного законодательства, административных арестов и так далее. ГИВ я читал просто совсем недавно соответствующие материалы в Российской Федерации. Поэтому я ничего нового не говорю, не придумываю. То есть за исключением этого фактически все наши сферы, вся наша жизнедеятельность вот здесь на двух листах. Размытых, не конкретизированных, не говорящих ни о чем. Тогда у меня возникают некоторые вопросы.
У нас речь идет об экономических вопросах. Вот мы знаем, что экономика делится, да, нас это как бы все здесь лучше меня, я думаю, знают, люди молодые, более образованные, да, первичный, вторичный, третичный, четвертичный сектор экономики. Что это такое, да? Вот, ну, это деление по секторам, производство, строительство, сфера обслуживания, финансы. Там, финансы, там, и так далее, да. Ну и дальше идет, что есть государственный и частный сектор, это делится в зависимости от форм собственности. Что такое собственность? Экономическая категория, запятая, юридическая категория и гражданско-правовой институт, объект собственности имущества. Вот у меня вопрос, завтра... На основании вот это все выписано только что из российских материалов. Я недавно узнал о том, что мне придется ехать на эфир. То есть я посмотрел, там на самом деле тонны надо перелопатить. То, что касается арбитражей, признания судебных решений. Потом мы сегодня говорим о том, что это большое достижение для абхазской судебной власти. А вы уверены вообще, что вот на основании этих документов завтра граждане России грузинской национальности не обратятся с требованием возместить им ущерб, вернуть собственность. Это все вот здесь написано. Это написано в российских документах, касающихся арбитражей. И мы сегодня вот на этих двух-трех листах, где нету никаких ограничений, где не написано за исключением этого, того, третьего, пятого и десятого, хотим вот это вынести. Вы знаете, была прекрасная практика в 2014 году, как-то все позабыли, да, резонансный договор о дружбе и союзничестве, там, стратегическом партнерстве, да, который тогда многие осуждали, сейчас они, кстати, очень многие его хвалят. Вот перед тем, как его подписывать, документ был вынесен на обсуждение до ратификации. Ничем не повредило, мы смогли многие позиции изменить. И сегодня на самом деле этот закон много позитива несет для абхазской стороны. Но я не могу понять, где... Послушайте, у меня вопрос вот простой, да? Вот у нас известная история по Гудаути, по новый наш гражданин. Нам что нужно, чтобы Панов поехал в Российскую Федерацию, привез судебное решение, и мы его выполним? Если мы его в состоянии выполнить, почему мы его сегодня не выполняем? Документально Панов во всем прав. Все документы у него, он собственник. Вы зачем вот это все творите? Это все льется на мельницу известных олигархов для того, чтобы защитить чьи-то не совсем законные интересы на территории Республики Абхазия. Я приведу один небольшой пример. Помните гагринскую дачу? Все же помнят государственную дачу в Гагре. Она была, я как-то сказал, при Сергее Васильевиче, нет, она была передана в 2003 или 2004 году, я извиняюсь, что ошибся, как дача Краснодарскому краю. То есть государство передало государству. Спустя немного времени, вот это уже не смогу сказать, в 2005, 2006, 2007, 2004 году, она стала собственностью определенного лица. Вопрос, это схема мошенническая, на мой взгляд, потому что такие вещи в России давно возвращаются в лоно государства. Нам что, нужно, чтобы человек привез решение с арбитража России, что его собственность? А что мы закладываем мину замедленного действия под наши вот здесь тысячи предприятий, в любом из предприятий есть экономические споры между совладельцами, но они без этого закона находят общий язык. Завтра недобросовестных людей хватает и в Абхазии, и там. Начнут пользоваться, создавать склоки, ездить, принимать арбитражные решения. Законодательство наше полностью российское не соответствует по многим факторам. У нас даже вот тут, к примеру, если я не ошибаюсь, разные виды экономической деятельности прописано. А прописана операция с недвижимостью у них. Это все под что попадет?
Тут написано, я просто зачитаю эту фразу, на самом деле правильно говорит, интересно она звучит. При этом конвенция применяется к сотрудничеству в рамках настоящего соглашения, как если бы Республика Абхазия являлась участником конвенции. Как если бы. Ну, знаете, как-то мы все русский язык знаем на уровне родного, а некоторые его знают лучше, чем родной, да, если вот эта фраза, она имеет такой недвусмысленный смысл, ну, наверное, мы ничего не понимаем. Ну, как если бы мы признавали эту, это и значит, что в данном соглашении нас учитывают как людей, признающих эту конвенцию. Как по-другому это звучит? Андрей, может, я ошибся вот сейчас? Андрей... Тут интересная тема прозвучала. Мы говорим о нашем законодательстве. Это наше законодательство действует на территории Абхазии, не имеет никакого отношения сегодня к международным соглашениям. Хотя мы на него ссылаемся, но в данной ситуации, вот вы когда говорите, мы вот всего вот по этим вопросам вот здесь показываем и говорите об этих статьях, я вам только что зачитал, слушай. Понятие экономики всеобъемлющее. Здесь сотни, тысячи вопросов, которые возникают. И они никуда не денутся. От них мы никуда не уйдем. Сегодня эти вопросы в том или ином виде приглушены. Мы здесь на уровне своего законодательства эти вопросы остановили, отказались рассматривать какие-то исковые заявления. Но исходя из этого соглашения, эти вопросы вновь будут подняты. Потом мы, когда говорим о том, что эти там вопросы там, экономического плана, они только предпринимательской деятельности касаются. Общество знаний, 11 класс, сегодня посмотрел. Экономическая деятельность, совокупность действий на разных уровнях хозяйствования, среди которых, я здесь, к сожалению, не совсем четко написал, люди удовлетворяют свои потребности посредством производства и обмена материальными благами и услугами. Экономическая деятельность делится на 4 вида – производство, распределение, обмен и потребление. Вот согласно этому документу, да? Вот простой пример – потребитель может обратиться в арбитраж, приехал сюда, в Гагры, плохо накормили, в гостинице плохо обслужили. Поехал, выставил иск. Может? Не может. Почему не может? Арбитраж процессуальный. Да, я хотела, кстати, этот вопрос задать. Речь идет об арбитраж. Где находится объект, там и происходит. Сима, я хочу... На гражданские и коммерческие дела договаривающихся государств распространяется документ или нет? Я хотела задать этот вопрос, но... Я, к сожалению, не могу сказать. Да, я думаю, что Андрей Львович скажет. Дальше. Здесь есть у нас немало вещей, которые... Да, Гурия, вам дам слово. Ну, давайте перейдем к сути вопроса. Для чего нам сегодня нужно создавать ситуацию, когда вот здесь, вот, допустим, у нас человек, местный бизнесмен, российский, обратился. Мы имеем факты, что мы неправильно приняли решение, почему он должен ехать в Россию. Мы в свое время, вы помните, как-то у нас тема нефти, а актуальна была, так активно обсуждалась. Мы даже там эту норму заложили, что в случае каких-то экологических бедствий, нарушения каких-то прав прежними компаниями, мы будем судиться по этим вопросам в России, в российских судах. У меня вопрос вообще, речь идет об абхазской государственности или есть такая так называемая пуэрториканская система? Вот пуэрториканцы, негативный образ которых сформирован на американском телевидении, на самом деле живут по американским законам. И в Пуэрто-Рико, если возникают какие-то экономические вопросы, и, ну, за исключением каких-то частных вопросов, совсем узких, да, вот такого рода, да, о которых мы говорим, все суды Пуэрто-Рико руководствуются судами Соединенных Штатов. Я бы не хотел бы слушать, чтобы мы в Абхазии создавали ситуацию, когда наши
Почему мы дискредитируем свою... Нам говорят, да, наши тоже там решения будут приниматься. Но мы понимаем несопоставимость вообще. Сколько у нас там находится населения, сколько... Вообще мы слышали о каких-то судебных тяжбах. Я за всю историю слышал об одном деле, чтобы наши граждане там судились. Но здесь, вот потом мы уже, возвращаясь Папанову, да, давайте мы откровенно скажем, почему мы, вот нам что, его решение нужно в его пользу, мы знаем, что наш гражданин обеспечил Панова земельным участком, создал компанию, получил разрешение выделения двухземельного участка, создал инфраструктуру, дорогу, провел свет и так далее. И он это все сделал для того, чтобы Папанов его завтра просто росчерком пера уволил. Послушайте, это мошенничество. Если бы мы имели бы смелость провести разбирательство в нужном русле, выйти за пределы. Мы же смотрим, как в России проходит, кстати, в России порядка 15-20 тысяч ежегодно отменяется судебных решений, рейдерские захваты. Там своих проблем хватает тоже. Но мы почему-то хотим убедить наших граждан, что как только приезжие бизнесмены будут ездить и жаловаться на нас в Российской Федерации, это улучшит наше экономическое положение. Послушайте, уважаемые, вот я 10 лет проработал в парламенте, не самый выдающийся депутат, вот здесь мне даже напоминают некоторые вещи. Я за свою работу в парламенте, наверное, более 1000, а может 2000-3000 законопроектов в том или ином виде голосовал за или против, всего не упомню. Это, надеюсь, не небольшой недостаток. Но с другой стороны, хочу отметить. Вы знаете, каждый раз нам говорят, давайте мы сделаем это. Я приведу просто некоторые примеры. Вот здесь приводили прекрасный, хороший пример. Мне понравился объединенная группировка войск. Нам клятвенно обещали, как только будет документ ратифицирован, начнется перевооружение, оснащение современными средствами ведения боя абхазских вооруженных сил. Иначе не получается. ОГВ не может существовать, когда один ездит на современном танке, а другой, извините меня, идет пешком. То есть все должно соответствовать. Нас и там обманули. Дон Табак, привожу вот здесь, интересная тоже, да, ситуация. Читаю. Здесь согласовывали документы, одобрить представленный Министерством иностранных дел документ, согласовать с теми, с другими, с этими. Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации. Проект соглашения. Вот у нас Дон Табак, когда передавали в собственность, я опять же, тут не личности, сегодня кто работает, вчера, но это преемственность, это государство, правильно? Нам обещали инвестиции. Конечная сумма была в районе 2 миллиардов. Инвестиций нету. Объект не отстроен. Рабочих мест нету. Сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Давайте поднимем документы. Вы мне скажите. Я понимаю, министр юстиции сегодня даст Бог карьерного роста. Послезавтра другой придет, он выше пойдет. Но мы что-то обратно сумели получить. Нас, еще раз говорю, на госдачу, как сегодня говорят, надули. На Дон-Табаке надули. Огромное количество предприятий наших ушло за бесценок. Нам обещали массу инвестиций. Нам тогда тоже говорят, вот это вы примите, вот это нам дайте, придет инвестор. Потом нам рассказывали байки о том, что инвестор придет, когда мы позволим здесь покупать жилье, заселить Абхазию. Сегодня нам говорят, что этот документ необходим, чтобы инвестор был здесь. У меня вообще вопрос, вот я знаете, чего не понимаю. А что, если у нас вот здесь инвестор, здесь сотни, если не тысячи примеров хорошего сотрудничества, как и везде. Вот в свое время, помните, скинхедовское течение было в России, да, и в течение года несколько абхазских ребят убили. Но мы, как мудрая нация, не посыпали голову пеплом, царство им небесное, не обвиняли там кого-то в антиабхазских настроениях. Но тут каждый раз, стоит какому-то инциденту произойти, оказывается, вот есть такой анекдот, коротко, два друга один другому говорит, в лесу медведя встретишь, что сделаешь?
Ну, он говорит, застрелю, говорит, из ружья. А вдруг ты без ружья? Ну, говорит, из пистолета застрелю. А если у тебя пистолета нет? Ну, кинжал вытащу, зарежу, ну, что делать, как-то отобьюсь. А если кинжала нет? Послушай, говорит, ну, ты определись, ты, говорит, за кого, за меня или за медведя? Вот в данной ситуации я хочу понять вообще, кто за нас, за абхазский народ. Я чувствую вот последнее время тенденцию. Слушай, нам объясняют, это не от присутствующих, но звучало уже несколько раз фраза, что мы здесь обманываем, обижаем русских бизнесменов, нам этот закон нужен для того, чтобы они сюда приносили инвестиции. Послушайте, но абхазский народ не самый воровитый. И мы не так много людей обманули, может быть, там больше обманывают. Мы еще раз говорю, закладываем бомбу под предприятие, успешно функционирующее, потому что мысль произвести в случае спора какие-то манипуляции, выехать и провести судебное решение, привести сюда, возникнет обязательно. Поэтому я ни в коем случае не вижу сегодня нашей готовности для принятия и ратификации этого соглашения. Ратифицировать оно, все равно ратификацию будет проходить в парламенте, им виднее. Но здесь есть ряд опасений, они серьезные. Ссылаться на то, что у нас так, послушайте, у них по-другому, а потом я последнее что скажу. Это тоже, наверное, юристы здесь, мы счастливы тем, что у нас квалифицированные есть люди, которые могут дать нам разъяснение, но я хотел бы сказать, ну и приняли мы решение по какому-то гражданину, да, он обратится в свой конституционный суд. А в России ихнее законодательство выше, чем международное соглашение. Но вы знаете прекрасно, два юриста, три мнения. Если бы все так было прозрачно, почему одни и те же юристы в судах, одни требуют наказания расстрелять, а другие оправдать и отпустить, читают одни и те же законы. Поэтому неудивительно здесь, что разное мнение. Априори, понятно, министру юстиции, как человеку-специалисту в этом деле, легче на эту тему разговаривать. Но я вас уверяю, что наша практика говорит совершенно об обратных вещах. 10 лет нашей работы показывало, что нас постоянно ведут к тому, чтобы создать условия, заканчиваю. Я вижу, что идет ситуация, чтобы создать условия, здесь есть ряд олигархов, которые вкладывают определенные средства. Они, я не знаю, их можно назвать инвесторами, нельзя назвать инвесторами, но не всегда правильно и честно. Вот по той же, вот здесь министр официально обращаюсь, давайте инициируйте, или я не знаю, кто это должен сделать, как государственная дача, переданная Российской Федерации, оказалась у кого-то в собственности. Почему происходят такие факты? Почему мы здесь не можем этот вопрос решить, и мы надеемся, что там в России кто-то решит в нашу пользу? Не будет этого никогда. Там разъяснение, ваш вопрос хороший, знать, очень четкий вопрос. Я вам напомню быстро. Я могу не, пожалуйста, не помнить, у нас знать, касается МВД, помните название органа, который мы создали, ИКЦ, к сожалению, ИКЦ, да? Информационно-координационный центр. Обсуждение шло, по-моему, только ленивый по поводу него не высказался. Кстати, напомню вам, нам в открытую тогда сказали, о чем здесь обеспокоенность. Я не вижу противоречий в наших разговорах, просто каждый видит, наверное, одну сторону. И КЦ нам предлагали создать и 200 человек привести сюда сотрудников правоохранительных органов из Российской Федерации, в том числе для проведения оперативно-розыскных мероприятий. И это получило огласку, к нам приходили представители общественно-политических партий, движений. Мы приглашали на беседу, кстати, тогда был молодой мужчина, подполковник, представитель российских структур здесь в Абхазии, он давал разъяснение, для чего это нужно, как мы видим. Кстати, вот знаете, я не хотел бы быть пророком и ни в коем случае не претендую на это, но вот у меня стойкое убеждение, может оно ошибочное, но опять же говорю, я его выношу из своего опыта работы десятилетней, что у нас вот какая-то цепь выстраивается, мы прекрасно понимаем, у нас были разговоры с нашими
коллегами из Российской Федерации и одно за другим принимаемые или еще не принятые, но декларируемые решения, они преследуют только одну цель. И эта цель, извините меня, я никак не могу согласиться, что здесь, допустим, вот я и по ЕКЦ пример привел. Более того, помимо ЕКЦ у нас было обсуждение по той же объединенной группировке войск. Мы приглашали, есть, слава богу, Ависба, он работает, молодой, один из замминистров, по-моему, Дмитриевич отчество. Мы его приглашали в комитете, обсуждения проводили, присылали все соглашения, начиная с момента, как мы принимали вот этот договор, подписанный в конце 2014 года, да, последующие, которые шли за ним, да, в развитии этого, они проходили обсуждения и неоднократно обсуждались и до парламента, когда к нам приходили документы, эти документы передавались в общественные организации. Я помню, кстати, вот сейчас я вам напомню, задолго до подписания и уже не говорю о ратификации там, и вот помню, как амсахаровцы в парке напротив, а Андрей Джиргения тогда был членом амсахара, выступал по поводу этого договора всеобъемлющего, как руководство и представители амсахара возражали и говорили, что он представляет нам для нашей страны большую угрозу. В этой студии, помню, горячие обсуждения, каждая из сторон, это плюс. Обсуждение – это плюс, до подписания, да. До ратификации и так далее. Поэтому говорить, что это нонсенс, да. Что мы хотели бы его до подписания обсудить, ничего в этом страшного не было бы, если бы… Я вообще… Андрей, вы публичный человек и должны понимать, я… симпатии это сейчас говорю, должны понимать, что в интернете люди пишут свое мнение, оно не обязательно должно быть высокопрофессиональным, это первое, и второе, все-таки вы знаете, вот вы правильно сказали, вы министр и отвечаете за свой, извините, узкий участок. В целом, да, государство у нас широкое, а это узкий участок. Вот здесь ряд примеров я приводил, это меня тоже касается, то, что вы сказали. Я не юрист, могу заблуждаться еще раз. Вы объяснили доходчиво некоторые вещи. Но я вам привел факты. А факты сегодня говорят в Абхазии, что есть некая тенденция, на мой взгляд, еще раз говорю, эти факты говорят о том, что есть некоторая тенденция, направленная на решение интересов узкого круга людей. Вы уже это в результате раз, да, сказали, этого, да, прошу, да, давайте решения, мы очень тянем мы эфир. Мы можем, да, оказаться у разбитого корыта. Да. Все, я спасибо. Поняла. Я... Мера компетенции вот и ответственности некоторых наших руководителей, которые до сих пор, я хочу, не хочу набил оскомину говорить, ну, нету давайте этой ответственности. Вот. Андрей, это не к вам будет сказано, да. Вы можете сейчас вздохнуть. Я о другом совсем говорю. Андрей, но вы говорите об идеалах.